Еще вот мои коллекции слайдеров я вам покажу сейчас, ребята. Всем, кстати, привет. Есть вот такие вот небольшие наборы слайдеров. Вот это вот я купила у продавца по хорошей скидке. Красивые новогодние слайдеры. Но они мне чего-то вот немножко стремаются. Очень толстые. Мне кажется, что они будут плохо держаться. Но пока не зима, я эти слайдеры не могу попробовать. Все они у меня новогодние. Они красивые, они блестят, переливаются. По цене вообще они дороже были. Я их очень выгодно купила. За 5 гривен слайдер. Таких вот целых 2 взяла. Красивейшие слайдеры. Такие рождественско-новогодние. Не знаю, сейчас вряд ли будет на них скидка, потому что зима близится. Я думаю, продавцы не глупые, цену поднимут. Ну, этот немножко детский, мне понравился вот этот вот узор с игрушками новогодними. Ну, и такой вот красный, стандартный, красивый. Так, дальше это тоже у меня было куплено набором. Можно было выбрать 5 любых узоров, предложенных у продавца. Я вот почему-то выбрала именно такие узоры. Зеленый цветочный на лето. Не дешевый набор, в районе 35-40 гривен. Но обещали хорошее качество. Не попробовала до сих пор. Но подобные большие я пробовала, они слазят. Надеюсь, эти будут лучше. Такие вот цветы. Вот осенний с вишенками. Это тоже такой осенний цветочный. Слишком темный, мне казалось, немножко посветлее он будет. И вот такой красивый, мне такие вот узоры напоминают сказку, какую-то сказочную такую. Вот так вот. Дальше я вам покажу более простые. Их я просто повыбирала у продавца и заказала. Так, ладно, хотела еще найти, ну ладно, потом. Вот такие вот, можно как лунные использовать. Можно что-то, какой-то узор, дизайн с ним придумать. Как бахрома такая, видите? Ну, эти слайдеры, они дешевенькие. Ну, в принципе, взяла просто ради вот этих двух. Взяла еще остальных немножко. Вот этот меня подкупил ловцом снов. Почему-то из-за ловца я купила их. Ну, вот эти орнаменты тоже красиво. Можно обыграть на ногтях. Это тоже вот с орнаментами такие индейские. Дальше у меня морские, красивые, мне понравились морские эти, вот смотрите. Может, немножко детский покажется детским, но мне нравится. И вот этот вот особенно нравится очень. Видите, красивые какие узорчики. Ну и осенние. Вот осенние, по-моему, я у другого продавца брала, у разных продавцов. Но их очень много на сайте AliExpress, вы сможете найти. И купить у любого из продавцов. Это не важно. Вот видите, практически те же самые листья, но немножко по-другому сделаны. Тут вот сердечки есть. Такие кленовые листочки. Мне вот этот вот кажется поинтересней. Видите? Ну и рамочка украшает. Этот такой вот попроще. Более простые листики, больше зеленых. Тут вот более желтенькие. Более в темных оттенках. Ну, подарок продавца. Вот продавец мне такой подарок прислал. Вряд ли я буду использовать эти слайдеры. Если будут башками, мне не нравятся они. Ну, раз продавец захотел, подарил мне. Ну, в принципе, это пока был такой обзорчик небольшой. Я вам показала эти слайдеры крупным планом, как я обещала. Потому что вечно у меня в распаковках я все быстро-быстро показываю. Так что... Если вы на сайте не найдете какие-то с этих слайдеров, вам очень хочется, вы мне напишите. Я постараюсь найти, если эти ссылки работают, то дам вам ссылочки на эти слайдеры. Ну и, в принципе, сможете приобрести, если вам что-то понравилось. Спасибо за внимание, девчонки. Всем пока, до скорых встреч.